На днях весь цвет российского шоу-бизнеса был приглашен на празднование юбилея супруги Игоря Крутого. Ей исполнилось 55 лет. Присутствовавшая Алла Пугачева не только произнесла речь в честь виновницы торжества, но и исполнила песню, что стало самым большим сюрпризом для всех гостей. Примадонна закончила концертную деятельность в 2010 году, и теперь каждое ее выступление становится событием для поклонников. Все знаю и пою, я от моря. Пугачева давно дружит с семьей Крутого и никак не могла пропустить день рождения его жены Ольги. Алла Борисовна пришла вместе с супругом, выбрав для этого торжества интересное платье в черных тонах. Чем это? А, у нас сыгранная пара, нужен еще один микрофон. Многие что-то отмечают, вот, но именно к тебе мы идем всегда как на праздник, одеваемся как можем. Я сегодня, посмотрев инстаграм Стаса Михайлова, оделся. Каждый раз что-то новое. Последних сил. Да. Фанаты, конечно же, сразу начали обсуждать и внешний вид певицы, и ее голос. Кроме этого маленького выступления, Пугачева произнесла тост в честь хозяев вечера. Она пожелала Ольге Крутой всегда быть такой же сильной и доброй и помнить о ценности семейных уз. «Хотелось бы, чтобы вы достойно жили до старости. Я желаю вам развития этого чувства, чтобы ваша любовь и вы сами всегда были на высоте в любых проявлениях», — сказала Пугачева. Кроме Аллы Борисовны и Максима Галкина, на празднике присутствовали многие звезды российской эстрады. Ребят, мои дорогие, я имя Оли нас сегодня собрала, объединила. Давайте за нее поднимем бокалы. Ее сердце еще горячо и страстно бьется. Валерий Леонтьев, Олеся Судзиловская, Жасмин и многие другие. Напомним, что еще совсем недавно Алла Пугачева жаловалась на плохое самочувствие. Из-за болезни артистке пришлось отменить запланированное выступление на концерте Леонида Агутина. Первый выход в свет Примадонны состоялся всего несколько дней назад. Тогда звезда посетила день рождения внучки Игоря Крутого Деми Роуз. Это небольшое выступление на дне рождения еще раз показало, что ее творчество все еще привлекает огромное внимание. Поклонники надеются, что в честь приближающегося юбилея Алла Борисовна все-таки сделает несколько сольных концертов, и тогда все ценители ее таланта смогут насладиться общением с певицей вживую. А вам хотелось бы услышать такое выступление легенды отечественной эстрады или предпочтете более современных исполнителей? Пишите свои варианты в комментарии, ставьте лайки, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм, где удобнее будет вам. Все ссылки под видео. Я там начинал один сюжет,